Состав общественной палаты Ленинского городского округа обновился больше, чем наполовину. Как и прежде, все ее представители – лидеры общественного мнения. О них знают, они всегда на виду и тесно взаимодействуют с людьми. Все члены нового созыва и до официального назначения работали на благо жителей муниципалитета. Инструментов работы общественной палаты достаточно много. Это и общественный контроль различных работ, проводящихся на территории, и реализация различных социальных проектов. По традиции, первое заседание общественной палаты посетил глава Ленинского городского округа. Алексей Спасский высоко оценил работу членов предыдущего созыва во время первой волны пандемии, когда на базе организации был создан волонтерский штаб, и выразил уверенность, что эта работа продолжится и новым составом. Это была хорошая, такая качественная, конструктивная работа, повторюсь, очень в непростых условиях. И поэтому как раз не то, что даже пожелание, есть абсолютная уверенность, потому что очень большой костяк тех, кто работал, он сохранился, и при этом появилось какое-то некоторое количество новичков, которые, не сомневаюсь, несут свежую кровь с какими-то свежими идеями, со свежей энергетикой. Для дальнейшей конструктивной работы на первом заседании членам ОП предстояло утвердить регламенты и кодекс этики общественной палаты, список постоянных профильных комиссий, а также избрать председателя и двух заместителей. Возглавил палату Григорий Авдеев. Это его третий созыв и второе назначение на высокую должность. То, что было сделано в прошлой нашей команды, это, конечно, дорогого стоит. Я всем этим людям искренне благодарен за помощь, за единодушие, за отзывчивость. Это действительно уже не просто палат, это уже маленькая семья численностью почти 30 человек. Избрали общественники и председателей всех 7 профильных комиссий. Важную в нынешнее непростое время комиссию добровольничества и благотворительности возглавила Юлия Одинцова. В первую волну пандемии она проявила себя при работе в волонтерском штабе. В период пандемии мы все варились в этой кухне, и мы уже поняли, что у нас очень много есть людей, которые нуждаются в нашей помощи, есть люди, которые готовы оказывать помощь, и есть добровольческие отряды, созданные не только студентами, но и довольно взрослыми людьми. И если объединить все эти три направления, я думаю, что мы получим шикарный результат. Впереди у членов общественной палаты три насыщенных работой года, за которые они должны оправдать возложенный на их плечи аванс доверия. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.